В эфире знаменитый Олег Бонневур-Горючкин, автор передачи «Игровая волна», ведущий, экс-ведущий, извините, радио «Эхо Ростова». Ты все мои бабушкины награды из сундука вытащил, да? Ну, а второй замечательный, не менее замечательный. Спасибо, начинаем, друзья. Лучше всего в игре разбирается Бонич, но он не прошел обучение. Меня это пугает. Ну, я посмотрел 16 гайдов по игре, поэтому не волнуйтесь, все будет. 16 секунд ты имеешь? 16-16-секундных гайдов. Подсказка прям по курсу. Где мы на карте? Мы на карте. Ладно, идем. Так, а здесь есть другие охотники уже, ребят? Может быть. А может и нет. Мне кажется, мы идем довольно палевно, мягко говоря. Ну, пробегай и в укрытие сразу. А где укрываться? Если что, метки на среднюю кнопку мышки ставить. Миша, 285, смотри, какая красивая лягушка. То, что есть. Охотника такой... вижу! А, это нет. Это мертвец, извините. Он спасается! Снял. Кто его снял? Тебе. Вон наверху какой-то пасечник стоит, смотрите. Они качество. Вот, о, короче, там какой-то жирненький, а жирненький вот это как? Жирного как-то вообще пить. Стрелял. Какая сволочь стреляла! Ой, у меня там сзади что-то. Там сзади я, не волнуюсь. О, у меня нужно, чтобы кровотечение остановить. Ребята, я... Только не сенсор в меня, так ты не остановишь кровотечение. Да я метку тебе ставлю, понял? Какую метку? No! No! Блин, я... Что такое? Охренел, что тут делается? Круг, что... Ребята, мы, по-моему, уже все охотники знают, где мы, что мы делаем. Сейчас, дождите. Тогда черт, он слепой, он нас не видит, пока вот эти пиявки нас не ужалят. Если пиявки, как-то давай убьем его просто и все. С ножа, Миш, с ножа. Хорошо, ладно. Просто оббегай. Пиявка! Ужалил! Ой, дурак! Ой, дурак! Следующие улики идем, да? Да. А где улика-то следующая? Ну, Е нажимаешь, и тебя подсвечивают. Ох ты! Вот там Бонич. Бонич, ставим метку. Оп. Классно. Ха! Классно, что, короче, что у меня есть, Миша, друзья. Бонич, аккуратно, карта сузилась. Ой, господи, я не заметил. А что надо для расширения теперь принять? О. Ислам? На меня пчелы напали. Я качу. Качу, сейчас в капкан медвежий упадет призрак. Поддержал традицию. Пойдем, может? Да, я не знаю. Направление. Как вы ставите эти метки? На средний помощь. У меня не работает. Понял, да? Нет. Ну давайте. Притремся здесь, совсем не сложно. Все, местонахождение паука. У нас есть босс паук. Босс вертолет. И где он? А, вот на карте, понял. Да как метку? Мне не ставится средней кнопкой. Вы обманываете меня. Ладно, хорошо, я буду бегать за вами. Ну я слышал. Ага. Паук изгоняется. Уже начал. А, ну пошли, короче, их караулить. Только мы давайте как-то потише, ребята. На респе ближайшем их, может, поймаем. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Не убивай собак. Не следи. Да, мы, возможно, даже их услышим, когда они будут мимо проходить. Вот именно это можно было. На тебя кто-то бежит, горел. О, меня зажгли. А так, ну нам типа их надо как-то выследить. А почему он такой злой-то? Охренеть. Я бомбанул. Помощь нужна. Этого чувака прикладом бить надо. Нельзя его стрелять или... Там кто-то уже подобрал награду, они... Да, кстати, видят. Они нас видят. Они нас не могут. Не-не-не, у них 5 секунд использования чутья только есть. Они могут его поражать, ну, как бы, не обязательно сейчас. Ну, мы можем, как бы, сейчас проиграть тупо, потому что они побегут на другое место. Если да, я тебя отличаю, что нормально будет. Зачем мы здесь? Предчувствие у меня плохое. А как зумиться? Ну, правой кнопкой мыши прицеливайся. А, я вижу, где БСП, понял. Кто прыгал сейчас? Не я. И не я? А, нет, это все-таки я. Это очень хорошо слышно. Ты слышишь, что это все слышно? Да нет.
Это подумают, что Росомаху насилуют. Ну хорошо, сидим, ждем. Только давайте сразу не начинайте стрелять, как увидели. Пусть они попрыгают. Да. Да не прыгай, сука! Блин, так же спесишь. Отпускаем прямо к БСП. Прямо к БСП. Сейчас порыбачим. Сейчас так порыбачим. Глаза на лоб повылезут. Вижу. Один по мосту сейчас пойдет. Один слева, на 270. Все, стреляем, они нас увидели. Да ладно. Вижу. В меня попал один. Перезаряжаюсь. Хорош. Ах, черт. Минус БСП. Не... Да ладно. Я... Вы меня можете еще вроде резнуть, но я не знаю. Как... О, да ладно. Что? Хорошая игра. Хорошая игра. Хорошая, мне нравится. Нормально покимперили, пацаны. Все нормально. Левел 19 у чувака, кстати, был. Он в 19 раз лучше играет просто. Спасибо за просмотр, глубоководные. Подпишитесь на канал и заходите в гости на живые трансляции. Там еще больше интересного. Клац-клац.